Смотрите, как многие женщины: хочу мужчину, хочу мужчину, хочу мужчину. Зачем тебе мужчина? Мне страшно, я хочу, чтобы он меня обеспечивал. А вы представляете себя на месте мужчины, на которого смотрит исключительно как на кошелек? Будет он вас любить? Будет он вас ценить? Будет он вас уважать? Может, проще не думать, не перекладывать эту ответственность на мужчину о зарабатывании, а подумать, как мне самой раскрыться? Может, Бог поэтому не дает тебе человека, потому что тебе нужно раскрыться, тебе нужно расцвести, тебе нужно заниматься своим предназначением, и когда ты раскрыта и цветешь, и появится вот на эту, на твою любовь к себе, на твое цветение, появится тот мужчина, который не будет тебе вот это выдавать каплями и с условиями, а будет уважать тебя, ценить и прислушиваться к тебе, и будет эта яркая пара.